Выставку «Экспо-2017» презентовали в Штирии. Это вторая по площади федеральная земля на юго-востоке Австрии. Местные бизнесмены уже не первый год занимаются развитием альтернативной энергетики, а потому информацию о проведении выставки слушали с большим интересом. Среди стран-участниц «Экспо» Австрия имеет несомненные преимущества. Это европейское государство по праву считается одним из мировых лидеров в области развития зеленых технологий. В Альпийской республике есть провинции, в которых 100% энергии генерируется с помощью солнца, ветра и воды. Обладая уникальным опытом и передовыми разработками, австрийский бизнес готов внести свой вклад и в развитие общемировой энергии будущего. Выставка «Экспо» в Астане – это большая возможность не только для Казахстана, но и для всего мира, поскольку энергия будущего становится главной темой следующего десятилетия. Наш кластер состоит из 200 австрийских компаний, которые работают в сфере возобновляемой энергетики. Помимо самой выставки, нас, безусловно, заинтересовала идея об открытии в Астане Международного центра по развитию зеленых технологий под эгидой ООН.